Россия – самая большая страна в мире, и все мы привыкли к ее огромной территории. Но есть на планете государства, площадь которых настолько мала, что вы вряд ли найдете их на глобусе. Многие из этих стран меньше города Пензы или, скажем, Тулы. В этом видео на Моголь ТВ топ-10 маленьких стран мира. Ну, очень маленьких. 10 место. Сейшельские острова. Самое большое государство из самых маленьких. Сейшельские острова занимают площадь 455 квадратных километров. Это сравнимо с Екатеринбургом. Архипелаг расположен севернее Мадагаскара и состоит из 115 островов Индийского океана. 40 лет назад, когда страна обрела независимость, главным источником доходов стал туризм. 9 место. Мальдивы. Островная страна Мальдивская Республика расположена в Индийском океане. Население 396 тысяч человек, а площадь 298 квадратных километров. По размерам это как Нижний Тагил. В столице страны Мале живет 2/3 жителей. Раньше страна продавала сушеного тунца, моллюсков, а сейчас главный доход, разумеется, туризм. Кто ж не хочет на Мальдивы? 8 место. Федерация Сент-Китс и Невис. Уверен, многие впервые слышат эти названия. Карликовое государство расположено между Северной и Южной Америкой на островах Атлантического океана. Площадь 261 квадратный километр. Всего на пару километров больше Оренбурга. Люди здесь живут не только за счет туризма. Сельское хозяйство и офшорное банковское дело также пополняют бюджет. 7 место. Маршалловы острова. Это государство в центре Тихого океана состоит в основном из коралловых островов. 62 тысячи человек живут на территории в 181 квадратный километр, немногим больше города Сочи. В 1986 году острова получили независимость от США, но до сих пор лишь помощь от Америки помогает им держаться на плаву. 6 место. Лихтенштейн. Многие болельщики сборной России по футболу знают эту страну. Площадь 160 квадратных километров или один Мурманск. Лихтенштейн граничит со Швейцарией и Австрией и является одним из самых богатых государств. Здесь зарегистрировано больше компаний, чем жителей. 5 место. Сан-Марино. Страна занимает площадь 61 квадратный километр. Со всех сторон она окружена территорией Италии. Это одно из самых старых независимых государств в мире. Оно было основано в 301 году. 4 место. Тувалу. Это государство расположено на юге Тихого океана и занимает площадь 26 квадратных километров. Раньше эти острова принадлежали британской короне. Население 10,5 тысяч человек. Из-за отсутствия природных ресурсов Тувалу приходится жить за счет помощи других стран. 3 место. Науру. Страна расположена на юге Тихого океана в Микронезии. Площадь государства 21 квадратный километр. Республика Науру является самой маленькой островной нацией в мире. На сегодняшний день население страны примерно 9 тысяч человек. Кстати, у Науру даже нет собственных вооруженных сил. 2 место. Монако. Предпоследняя в нашем топе маленькая страна – это Монако. За последние 20 лет благодаря осушению моря площадь страны увеличилась и сейчас занимает 2 квадратных километра. На этом клочке земли живут 30 тысяч человек. Зарабатывают за счет туристов, которые любят лакшери. 1 место. Ватикан. Ватикан – закрытый город-государство, расположенный в одном из районов Рима. Его площадь – 0,5 километра. Он был основан в 1929 году и управляется Папой Римским. Официальными гражданами Ватикана являются примерно 800 человек. Это была десятка самых маленьких стран планеты. Еще больше классных видео о путешествиях и странах мира на канале Моголь ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также присоединяйтесь к нам ВКонтакте, Инстаграме и Твиттере. Ссылки в описании под видео. Моголь ТВ. Весь мир на одном канале.